Российская журналистка Елена Костюченко, автор мощнейших репортажей из Украины, могла быть отравлена российскими спецслужбами. Костюченко рассказала, что некоторое время назад у нее появились симптомы отравления – тошнота, боли, отеки, сильная спутанность сознания. Врачи в качестве вероятной причины такого состояния назвали отравление, вероятно, хлорорганическим соединением. Как пишут в своем расследовании Bellingcat и Insider, есть серьезные подозрения, что после вторжения России в Украину были отравлены две российские журналистки – это Ирина Баблоян и Елена Костюченко, и оппозиционный общественный деятель Наталья Арно. Правда, по Баблоян меньше доказательств, чем по Костюченко. И все три женщины, к счастью, выжили. Но это говорит о том, что российские спецслужбы, скорее всего, угрожают российским оппозиционерам за границей. При этом в том же расследовании Bellingcat и Insider говорится, что доказательств отравления российских оппозиционерок Любови Соболь и Эльвиры Вихоревой им собрать не удалось, хотя эти женщины тоже заявляли о возможном отравлении.